Приветствую вас на канале «Современные родители». Сегодня у меня на обзоре фотоэпилятор Браун IPL BD5001. Его особенности, плюсы, минусы узнаем по ходу видео. В описании оставлю для вас подборку ссылок с лучшими ценами и актуальным наличием. Делитесь своим мнением и опытом использования в комментариях, а также ставьте лайки, если видео вам понравится. Чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, рекомендую включить колокольчик и подписаться на канал. Фотоэпилятор удаляет волосы надолго. Он заставляет волосяные фолликулы засыпать, благодаря чему рост волос замедляется. 94% женщин подтвердили заметные результаты уже через 3 месяца. 89% женщин подчеркнули, что эффекта эпиляции хватает на 12 месяцев. Хотите, чтобы ваша кожа всегда выглядела прекрасно? Такой фотоэпилятор – именно то, что вам нужно. Бьюти-новинка понравится любой девушке. Разные части тела имеют разный оттенок кожи. SensoAdapt датчик непрерывно считывает тон кожи и автоматически подстраивает интенсивность света для лучшей эффективности и безопасности. Непременно убедитесь, что вам можно использовать этот эпилятор, и ознакомьтесь с инструкцией. Прибор оснащен датчиком контакта с кожей, который необходим для безопасности. Фотоэпилятор срабатывает только при непосредственном контакте с кожей. Он подходит для точечного применения на лице, без проблем фотоэпилирует зону бикини, подмышки. Один из плюсов фотоэпилятора – высокая скорость осуществления процедуры. Ноги или руки можно будет обрабатывать в течение 8 минут. Эпилятор имеет удобный режим Gentle Mode. Он позволяет адаптироваться к различным оттенкам. Делать это так же быстро и точно, как в обычном режиме, но только на более низком энергетическом уровне. Подходит для бережной эпиляции. В ваших руках прибор, который позволяет сделать тело идеальным. Теперь не нужно посещать салоны красоты. Вы можете ухаживать за собой дома. Резерв вспышек 300 тысяч. Из реальных отзывов я выделила основные плюсы и минусы этой модели. Негативные. Будьте готовы к тому, что у вас не подействует или подействует не везде. Нет чехла для транспортировки. Нужно сначала сбривать волосы, для меня это не очень удобно. Высокая цена. Положительные. Крутой фотоэпилятор, пользуюсь уже больше года, довольна. Несколько режимов работы, качественная сборка, есть результат. Действительно, рост волос очень замедляется, долгий эффект. Удобной, эргономичной формы. Безопасность и простота процедуры. Идеально ложится в руку, кнопок мало и разобраться в них нет никакой трудности. Режим скольжения. После 4 недель использования действительно виден результат. Обзор подошел к концу, и я буду рада, если вы оцените его заслуженным лайком. Напишите мнение и подпишитесь на наш канал. Также советую включить колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров. Напоминаю, что подборка ссылок с лучшими ценами и актуальным наличием вас ждет в описании. До встречи на канале!